Что сказал Господь Бог Адаму? От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от Него, ибо в день, в который вы вкусите, от Него смерть умрешь. В сердце Адама было слово о том, что нельзя есть от дерева познания, добра и зла, потому что если я съем, тогда я смерть умру. Однако дьявол. Что говорит человеку? Сказал ли Бог, чтобы ничего не ели? Нет, Он сказал, чтобы мы не ели от дерева познания добра и зла. Да нет, это очень хорошее. Наоборот, у вас откроются глаза. Откроются глаза, и вы будете как боги. Тогда в какое сердце образуется у Адама? Ага, значит, Господь Бог чтобы и только один был Богом, он запретил, я тоже хочу стать как Бог. И они вкусили от дерева познания добра и зла. Такой был, так скажем, процесс, история. Однако, давайте рассмотрим, что было на сердце. Сначала, в сердце Адама было слово Господа Бога, которое говорит о том, что если вы сидите от дерева познания добра и зла, смерть умрете. И поэтому они думали о том, что если мы сидим, мы умрем. Была такая душа у них, правильно? Однако в тот момент, когда они вкусили от дерева познания добра и зла, что произошло? Они услышали слово «змей» и подумали, ага, Бог обманывает. Значит, Бог сделал, чтобы мы не стали как боги. Я тоже хочу стать как боги. Как выглядит наше сердце? Адам, Ева, если вкусят плоды от дерева познать добра и зла, смерть умрете. И было такое слово Господа Бога. А также второе есть сердце, которое говорит, что нет, не умрете. И они не могут одновременно принимать два разных сердца. Правильно? Адам и Ева, они да, думают о том, что если я съем а дерево и тогда я погибну. Если они примут сердце Господа Бога, тогда это сердце Господа Бога да, не позволит принять слово змеи. Однако, Бог сказал, если сидите, а дерево поднабрасывалось, тогда вы погибнете. Но что говорит Смит? Нет, не умрете, откроются у вас глаза и будете как боги. Ага, значит Господь Бог, Он говорит, чтобы мы не ели, для того, чтобы мы не стали как боги. У Адама образуется такое сердце, и нужно выбрать одно сердце из двух. И он выбрал голос змей. Если выбрал голос змей, то, увы, что получается? Он растоптал сердце Господа Бога. Да, в памяти есть, однако в сердце же он оставляет слово Господа Бога, который говорит, что если вы сидите, дерево познание, добра и зла, смерть умрете. И это есть да, то, что сделал человек. Он оставил сердце, которое Бог дал, и принял другое сердце. Принял, да, да, если я... Да, я оставляю слово, которое говорит, что если я ним, тогда умру. Это есть, да? Оставил, да? покаялся и что сделал? Принял, да? Поверил в то, что сказал Сатана. И тогда... Так начинает злой дух действовать теперь. Понимаете? Сегодня мы прочитали Евангелие от Иоанна, вторую главу, где Иисус Христос совершил первое чудо. Иисус Христос пришел в брачный дом, так, где проходил пир в Кане Галилейском. И евреи, когда проводили брачный пир, обязательно должны были пить вино. Там нехорошая вода, поэтому обязательно пьют вино. И не хватало вина. И там была мать Иисуса Христа, которая сказала Иисусу, что у них не хватает вина. Что же говорит Иисус ей? Что мне и тебе, Жена, еще не пришел час мой. Интересно, все люди, которые там собрались, они слушают голос сатаны. Да, они являются потомками Адама. Каждый из них по-своему да, имеет свои мысли, свое видение. Поэтому они не могут принять то слово, которое есть у Иисуса Христа. Иисус говорит то, что у Него на сердце честь уста. Мы слышим нашими ушами, приносим наше сердце. Если мы принимаем, тогда поскольку это будет сердце Иисуса Христа, Иисус может в нас действовать. Однако, если же мы не принимаем, то даже если Иисус нам скажет, мы не сможем принять. Поэтому Иисус говорит, не пришел час мой. И в этот момент, что говорит Мария служителям? Что скажет он вам, то сделайте. Вот что сказала Мария. Когда приходит час Иисуса Христа, это касается и всех вас. На самом деле, и вы являетесь потомками Адама. Поэтому то сердце злое, которое было у Адама, есть ненависть, есть неверие есть похотливое сердце, есть лукавое сердце. У вас все это есть внутри вас, согласны? И они порой ведут нас, они делают, чтобы мы говорили. Как нужно сделать, чтобы пришел час Иисуса Христа? Наш предок Адам, он сел от дерева познать добра и зла. Это было неправильно, да? Я должен оставить мое сердце взамен. Адам, что сделал? Он оставил слово Господа Бога и принял голос змеи. Да? Теперь это что значит? Что он покаялся да, и оставил слово Господа Бога и принял змеи. Теперь нужно наоборот сделать. Что нам нужно сделать? То, что дьявол нам вложил, нужно оставить и нужно принять слово Иисуса Христа. тогда Иисус Христос начинает проявлять вас в вас свою силу. И это удивительно. Если сказать мне, чтобы я рассказывал об этом, я могу без конца говорить, как Бог действовал у меня. Знаете, однажды я позвонил в Филиппинах миссионеру нам, и миссионер не взял трубку, а взял его сын. Я спрашиваю, дай телефон, пожалуйста, твоему отцу. А, пастор, отца положили в больницу. А что случилось? У него лихорадка денги. В теплых странах есть лихорадка денги. Очень опасная болезнь. Почти 90% людей, которые заболевают этой болезнью, умирают. Я спросил, в какую больницу положили его? Да, в медицинский центр Филиппинов. Тогда я позвонил через телефонную службу в медицинский центр Филиппинов. И попросил, дайте, пожалуйста, телефон в отделении скорой помощи. Я плохо знаю английский язык, но в тот день у меня получалось хорошо. И тогда передали телефон. Я сказал, пожалуйста, дайте телефон пастору из Южной Кореи, пастору нам. И тогда взяла трубку супруга миссионера нам. Миссионер нам, он поехал в деревню одну, да, в Филиппинах, и вернулся. К следующий день, когда он проснулся, его лицо стало черным, и тело начало чернеть. Братья и сестры филиппинов сказали, о, миссионер, наконец-то вы стали такого же цвета, как мы. Но это, на самом деле, значит, что его кровь уже начала гнить. Да? То есть цвет лица — это цвет крови, да, и его кровь начала гнить. Его положили в больницу, и обнаружили, что у него лихорадка Денге. И врачи сказали, что он умирает. Миссионер Нам, он ничего не мог делать. Он даже не мог говорить. И только уши были живы. Интересно, так Бог сделал, чтобы до последнего да, уши были открыты, и чтобы люди услышали Евангелие. Миссионер Нам почти находился при смерти. И, и врач на местном языке начал говорить, что этот кореец да, умрет сегодня днем. Поскольку миссионер кореец, да, он, э, врач думал, что не понимает его. Однако миссионерам все понимал, что он умирает, да. скоро придет его смерть. Когда я позвонил миссионеру нам, телефон взяла супруга миссионера нам, я сказал ⁇ Алло ⁇ и когда она узнала мой голос, начала плакать. Она говорит, пастор, что нам делать? Пастор, скажите, что нам делать теперь? Пастор, как нам быть? Я сказал, не нужно плакать. Но даже если так скажут, раз и не плачут, она плакала. Я сказал, вы действительно хотели, чтобы появилась причина плакать по-настоящему? Тогда она перестала плакать. Я сказал, миссионер нам не умрет. Тогда супруга его спросила, а это возможно, пастор? Я сказал, миссионер нам, скажите, кто отправил Филиппины? Миссия Гуднюс отправил его, пастор Усупан его отправил. Кто его отправил? Бог его отправил. Я только вижу, что миссионер нам начал только-только заниматься делом Божиим. Бог послал его заниматься делами Евангелия, а он еще не закончил свое дело. Точно он не умрет. Господь Бог да, отправил, не пастор а супах, отправлял его в Филиппины. Кто бы ни смотрел, его отправил Бог. Вы послушайте внимательно меня. В Филиппинах есть еще многие люди, которые должны услышать Евангелие. Поэтому миссионер нам не умрет. А это возможно, пастор спрашивает у меня. Я говорю, что значит возможно? Не умрет она. Миссионер нам. Да? А в душе его жены миссионер уже умер. Да? И поэтому она сначала у меня спрашивала, да, как быть нам, что нам делать, пастор? Да, в ее душе она, он, да ее муж уже умер. Сначала нужно было спасать не миссионера нама, а нужно было прогнать эту смерть, которая заполнила сердце да, жены пастора. И нужно было вложить о том, что он будет жить. И Господь Бог всегда действует по такому принципу. Знаете, я никто. Однако, я учусь тому, что Иисус делал на земле. Я поступаю просто так, как говорит Иисус. И тогда я вел, как Он действует. Знаете, я сказал, самое интересное, что я на самом деле плохо владею английским языком. Но по телефону я позвонил в медицинский центр и попросил дать телефон, чтобы меня соединили с отделением скорой помощи и потом соединили с миссионером. Бог помогал. Знаете, наши миссионеры, когда едут за границу, не зная местного языка, они начинают изучать местный язык, и они отличаются от других служителей. Когда я позвонил, я слышал, как жена миссионер плачет. Что пастор Супак может дать? Ничего он не может дать. Однако в сердце Иисуса Христа всегда была надежда. Тот, кто дает надежду, это Иисус. Женщина, взятая в прелюбодеяние, ее поймали во время прелюбодеяния. Ее должны были побить камнями. И действительно, люди окружили ее, чтобы побить камнями. Но Скажите, у такой женщины какая надежда может быть? Есть только отчаяние. Однако Иисус этой женщине дает надежду. Я думал, я Иисус? Нет, я не Иисус. Я слабый, я немощный человек. Однако я также ученик Иисуса. Поэтому Иисус говорит, чтобы я жил как Иисус. Я попробовал стать Иисусом. Супруга миссионера, послушав мои слова, да, она пришла к своему мужу и сказала, да, в ухо сказала, послушай меня внимательно, ты слышишь меня? И скорее позвонил пастору Супак. И я не знаю, как... Он узнал, что ты болеешь, но... Пастор сказал, что ты не умрешь, что ты будешь жить. Он точно это сказал. Знаешь, что пастор говорит? Кто послал миссионера Нама в Филиппины? Бог послал. Не пастор Усупак, ни миссия Гуньос отправила, а Бог тебя отправил в Филиппины. А если Бог отправил, Разве Бог отправил, чтобы ты умер? Нет. Я много раз видел подобное деяние. Однажды из Америки один брат позвонил мне и говорит, пастор, знаете, у меня обнаружили рак. Врачи говорят, что если я долго проживу, тогда я смогу прожить да, полгода. Однако перед смертью, пастор, я хочу подробно, да, услышать слово, которое вы передаете. Можно я поеду к вам? Я сказал, приезжайте. Я подумал, я же пастор, да, как я могу запретить ему приезжать, да? Ведь даже Гим есть, да, чтобы пришли к любой. Он приехал ко мне. Потом я подумал. Вот через полгода этот брат умрет. Однако, Бог ведь умеет рассчитывать. И он же знает, что я занят. Для чего? Да, Бог отправляет мне труп, чтобы я потом чтобы разбирался? Нет же. На самом деле, если человек умирает, это не просто. Похороны нужно провести. А тем более он да, из Америки. Я подумал. Я очень занятой человек. Я же не просто для себя время провожу. Тогда для чего Бог будет отправлять мне тело из Америки? Ни в коем случае не будет похорон здесь. У меня появилась вера, что Он будет жить. Это, кажется, дал мне Иисус Христос. Поэтому Он приехал к нам. Знаете, в комнате жили супруги. Его супруга, у нас тоже есть да, хороший обед. Но для того, чтобы да, муж был чуть-чуть хотя бы здоровее, да, она специально готовила для него еду. Да, мне было как-то жалко их. Я сказал, брат, садитесь, я помолился, возложив руки ему на голову. Вы, конечно, простите, да, но я был настолько заменят, да, ездил на семинары. И я не мог много общаться, но прошло полгода, и он не умер. До сих пор он не умер. Очень стал здоровым. Я благодарен, он сейчас служит в Евангелии в Америке. Люди, когда встречают любимых людей, они хотят знать, что на сердце у этого человека. Поэтому, да, на самом деле у нас нет глаз, которые могут видеть сердце, однако общаясь с этим человеком, слушая, что он говорит, да, начинает понимать, этот человек действительно любит меня или же он ненавидит меня, или же просто притворяется, что любит меня. Интересно, наши уши способны, да, разделять. Говорят одинаковые слова. Однако, а этот человек любит меня. Когда появляется такое сердце, тогда я начинаю чувствовать счастье. И наоборот, а этот человек меня не любит, он только притворяется, что любит меня. А какой лицемер? Тогда появляется гнев у меня, ненависть образуется внутри меня. Смотрите, вы встречаетесь с Иисусом мы должны рассматривать, что на сердце у Иисуса Христа. Мы сегодня не можем же беседовать с Иисусом, мы же не можем с ним встретиться лицом к лицу, а нам нужно знать, что на сердце у Иисуса. И для этого, когда мы читаем Библию, в Библии мы можем ясно увидеть сердце Иисуса Христа. Однако если мы смотрим только в одну сторону, может не заметить. Например, в Библии есть разные истории. Да? Например, нет правильного, нет ни одного. Однако, хотя так написано, написано, все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание дара по благодати Его, Искуплением во Христе Иисусе. Однако мы, мы грешники. А Бог, по благодати, Он очистил наш грех. Есть в Писании, в Библии, слово, где говорится, что Он да, спас нас. Понимаете? Да. Когда я думаю, что я грешник, он будет говорить, что нет правильно, нет ни одного, и будет замечать только подобные стихи. А слово, которое написано в 24 стихе, да, например, Кремлянам 3 глава, 23 стих, написано, все стихи лишены славы Божией. Точно в этом Слове говорится, что мы грешники. Однако в 24 стихе же написано, что мы грешники. Однако, Иисус Христос искупил нас. Да? Что сделал Он? очистил наш грех. Он спас нас. Поэтому, что говорит Бог, по благодати мы ничего не сделали. Однако получили оправдание. Бог оправдал нас, верно? Да, я грешил. Я точно грешник. Однако, если Бог сказал, что он оправдал меня, значит, я правда. А да? Да, он думает о том, что если я съем от дерева добра и зла, тогда я погибну. Однако, когда услышал слово, которые змей говорит о том, что нет, не умрете, будьте как боги, тогда перед ним стоит слово Господа Бога и стоит то, что сказал дьявол. И он принял слово змей, правильно? И это первое было, да, покаяние. Покаяние от, да, Слово Господа Бога и принял слово змей. Понимаете? Второе. Что мы должны делать? Будучи потомками Адама, мы грешили? Да, мы точно грешники. По Писанию мы точно грешники. Однако Библия говорит, искуплением во Христе Иисусе, через то, что Иисус очистил наш грех, если... Иисус Христос умер на кресте, и если бы он не смог бы очистить наш грех, тогда можно сказать, что Иисус провалил свою миссию на кресте. Это значит, он не смог совершить наше спасение на кресте. Но Иисус ни в коем случае не провалил свою миссию. Он точно очистил наш грех. Это сто процентов ясно. Дьявол говорит, что ты грешник. Да, я грешник, я грешник. Мы так считаем. Однако Иисус говорит, что он искупил наш грех. Если Иисус говорит так. И если мы верим в Слово Господа Бога, тогда мы говорим, да, я праведник, я свят. Так должно быть. Понимаете? Однако сегодня многие христиане ходят в церковь и называют себя да грешник, получивший благодать. Как, скажите, может быть, Грешник, получивший милость. Или ты получил милость и стал праведником, или же ты вообще не получил милость. Люди говорят, я же согрешил, и говорят, некоторые грехи являются легкими, поэтому Бог прощает. А некоторый грех, он слишком тяжелый. Поэтому он долго-долго остается в памяти нашей. И поэтому мы не можем сказать, что мы оправданы. Они говорят, как же я могу сказать, что я праведник, я же грешник. Да, верно, однако, тогда, когда через веру Слова Господа Бога входит в наше сердце, мы выталкиваем мысли, которые говорят, что я грешник, и из нашего сердца и говорим, что мы праведники. И когда это слово укрепляется в нашем сердце, это слово Бога укрепится в нашем сердце, и с, этим, с этой верой да, людей Бог спасает. Сегодня многие люди называют нас еретиками. И знаете почему? Они говорят, что нет правильного, нет ни одного. Говоря об этом, да, говорят, что мы еретики. Смешно. Да, если читать только это слово, мы точно грешники. Однако, и искуплением во Христе Иисусе. То есть Он уже искупил наш грех. Иисус Христос уже очистил наш грех, поэтому мы чистые. Он уже, судья, говорит о том, что невиновен. Однако. Если мы верим в такого Господа Бога, мы должны говорить, что мы оправданы. Понимаете? А если мы говорим, что мы грешники, здесь есть некоторая проблема. Вы, конечно, простите, но в детстве я вырос в природе, в деревне Сансан, -Сан, когда наша школа загорелась, был пожар во время войны, и поэтому разделили на дневную и вечернюю смену. каждый день мы с братом ходили ловить рыбу. Петр тоже ведь ходил ловить рыбу, да? И встретился с Иисусом. Может, поэтому? Но я тоже очень хорошо ловил рыбу. Да, я беру бамбуковую палку, да, которую был у отца. Потом покупаю два крючка. Поскольку не было гири, я вольт привязывал И использую нитку из мешка. Да, и очень хорошо. Если вы поймаете сом, то прямо чувствовать, да, какой он сильный. И ты понимаешь, что это сом ты поймал. И так приятно. Так было интересно. А иногда попадаются моллюски, да, и они понемножку, понемножку просто откусывают. И это неинтересно, да. И ты стараешься поймать имя сома. А когда неинтересно, да, на удочку ловить, тогда берешь сетку металлическую, да, и на устье кладешь его с одной стороны, а с другой стороны говоришь брату, чтобы да, он пугал рыб. И когда ты приложишь руку, прямо чувствуется, да, как эти рыбы касаются, ударяются все. Так приятно. И когда это устанет, тогда нужно найти хорошую яму, и целый день с братом по очереди да, нужно копать, копать, копать. А потом, да, когда увидишь дно, можно будет ловить рыбу. Очень просто. Мне было так интересно ловить рыбу. После того, как я поверил в Иисуса Христа, я читал Библию. Интересно. Господь Бог послал своего сына, чтобы он очистил наш грех. Когда он умирал на кресте, я подумал, он оставил ли хотя бы немножко греха нашего? Нет. Да? Как раньше говорили, что кто-то да, забыл взять туалетную бумагу да, с собой. Но Господь Бог совершенным образом да, совершил наше спасение. Иисус Христос сказал, что Он совершил спасение наше. Когда мы читаем Библию, в каждом стихе мы можем увидеть сердце Господа Бога. И когда я вижу это сердце, мое сердце горит. Я был благодарен Господу Богу. Я раньше много воровал, да? Был таким человеком, Однако, после того, как Иисус Христос вошел в мое сердце, и пока Он вел меня, даже в моих глазах я вижу, что я не тот уступа, который был раньше. Да, конечно, я не говорю, что я стал ангелом или как Иисусом Христом, да. Я тоже слюсь, я тоже ругаюсь с моей супругой. Но все равно в моем сердце есть то, что невозможно стереть. Это Иисус Христос, который находится в моем сердце, я не могу отрицать это. Когда я читаю Библию, раньше эта Библия была такой скучной книгой. Однако, когда я начал видеть сердце Иисуса Христа, которое заложено в Библии, бать Иисуса говорит, что у них не хватает вина. Иисус говорит, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой, не пришел час Иисуса. Тогда что говорит Мария? Что он вам скажет, да, то сделайте. Смотрите, что сказал Иисус. Да, там были каменные водоносы, сказал, чтобы они наполнили водою. И тогда служители наполнили доверху их. Затем Иисус говорит, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И здесь становится вопрос. В глазах слуг, жителей, это же вода, просто вода. Нужно вино относить. Как мы можем отнести просто воду? Быть такого не может. Так думают. Поэтому, если из-за этих мыслей они не отнесут воду, тогда что произойдет? Они не смогут увидеть деяние Господа Бога. Да, точно, мне кажется, что это вода. Однако Иисус уже превратил вино. Поэтому говорит, не надо верить своим мыслям, просто отнеси. Наш Иисус Христос. Все, что Он делает, и наши глаза отличаются. Почему отличаются? Потому что мы думаем, что хорошо, когда мы получаем, а Иисус говорит, что лучше, когда мы даем. Видите, отличается. Скажите, а почему отличается? Потому что есть два принципа. Принцип дьявола и принцип Господа Бога. А мы долгое время жили по принципу дьявола. И поэтому мы верим твердо, что то, что мы считаем правильным, оно хорошее. Однако, дьявол вел нас по другому принципу, который противоречит принципу Господа Бога. Скажите, для чего Иисус умер на кресте? Он ведь умер за наш грех, верно? Наш грех ведь передан был Иисус Христу или не был передан? В Исаии 53 стихе написано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Наш грех был передан Иисусу Христу. Четвертый, пятый стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Да, то наказание, которое мы должны были получить, Иисус Христос, Он своими ранами, Своим страданием, Он уже заплатил всю цену за наш грех. То есть наш грех уже, а мы белее снега. Вот что это значит. Тогда мы ни в коем случае не можем стать грешниками. Понимаете? Мы не можем быть грешниками. Сатана обманывает нас. Знаете, кто-то прочитал мою книгу и, да, в знак протеста сказал, что я признаюсь, что до конца моей смерти я буду грешником. Я сказал, молодец, что так признаешься. Но что ты скажешь перед Богом? Кримолянам, да? Что написано? Но Он изъязвлен был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус Христос, Он для того, чтобы оправдать нас, Он воскрес, говорит, вот посмотрите на мои руки, на след, у меня на животе, посмотрите на свет на голове. Теперь вы теперь оправданы. Вот что Он говорит. Однако, это ведь так точно. Но вы ведь говорили, что вы грешник, правильно? Пожалуйста, ответьте. Или вы так не говорили? Почему вы говорили, что вы грешник? Потому что сатана настолько хитер. Настолько он хитер. Все обманываются этим. Его интеллект невозможно сравнить с нашим интеллектом, поэтому все обманываются. Почему попадаются мошенникам? Даже если мы умны, да? если мы попадем в их ловушки, тогда мы будем обмануты. Мы, которые обманываемся даже мошенникам, разве мы не обманемся сатаной? Конечно, обманемся. Что говорит нам Иисус? Это самая правда. Так нам нужно поступать, понимаете? Однако Иисус говорит, что я умер на кресте, я продал вас, а мы же говорим, что я признаю, что я грешник. Я говорю, да, признавайте, что вы грешники, но Бог вас накажет же, верно? Это неправильно. Да, мы были грешными, однако Иисус спас нас. Если мы остаемся грешниками, тогда все мы попадем в ад, мы попадем в ад. Иисус Христос что, зря умер на кресте? Нет же. Ну, так люди говорят. Понимаете, да? Евангелие от Иоанна 2 главе. Иисус Христос. Да. Эти люди долгое время находились под влиянием дьявола. Поэтому их мысли отличаются от Слова Иисуса Христа. Что говорит Бог? Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших мыслей, мои, мои выше мысли ваших. Вот что говорит Господь Бог в книге Исаия. Что мои мысли отличаются от мыслей человека. Тогда мы должны задать себе вопрос: я думаю правильно, или же Иисус говорит правильно. И тогда. Если мне кажется, что мои мысли ближе, мне нужно оставлять мои мысли и принимать Слово Иисуса Христа. А для того, чтобы принять Слово Иисуса Христа, нам нужно знать, что на сердце у Иисуса Христа. А для того, чтобы принять то, что принадлежит Иисусу, мне нужно оставить мои мысли, которые говорят, что я грешник, и принять Слово Иисуса Христа, которое говорит, что Он оправдал меня. И это называется покаяние и вера в Евангелие. Если у вас будет такое сердце, Бог будет действовать. Мать Иисуса, что сказала служителя? Что он скажет, то сделайте. Все, что ты думал, это неправильно. И поэтому даже если вам кажется, что один плюс один это два, а если Иисус говорит три, значит три. Даже если 1 плюс 1 — это 8, но если Иисус говорит 2, значит 2. Не нужно верить своим рассуждениям, а нужно принимать рассуждение Иисуса Христа. Это есть истина. Понимаете? Когда сдаем экзамен, да, не важно, как я думаю, да, мне кажется, у меня 100 баллов, да, но если учите говорить 2, значит 2. Что говорит Иисус? И мои мысли начинают бороться друг с другом. Моими мыслями, да, я думаю, что я грешник. Однако, тогда я не смогу принять слово Иисуса Христа, который говорит, что я праведник. Мне кажется, что это вода, но с этими мыслями я не смогу принять слово Иисуса Христа, который говорит, что это вино. Поэтому мы должны покаяться. А что такое покаяние? Иисус, я своровал, или я прелюбодействовал, или я сделал что-то плохое. Да, это тоже может быть покаянием. Однако, настоящее покаяние, это когда я признаюсь в том, что во мне действовал дьявол, что я являюсь потомком Адама. Бог сказал, что все, что есть у нас, это грех. Поэтому, если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Я не знаю насчет чего-то другого, но перед духовной жизнью подходит мне Слово Господа Бога или не подходит, но я должен веровать в Слово Господа Бога, и оставить свои мысли. Мои мысли и мысли Господа Бога, когда они отличаются. Скорее всего, я не прав, а не Господь Бог верно. И когда мои мнения и мнения Господа Бога отличаются, мое мнение будет неправильным. Но ни в коем случае не мнение Господа Бога будет неправильным. Если мы это будем знать, да? сказать, что я прав, когда Иисус говорит, что я прав, здесь ничего сложного нет. Если Он говорит, что я свят, я могу сказать, что свят. Почему? Потому что Библия так говорит, и так написано в Библии. И это удивительно. Когда я получил спасение до сегодняшнего дня, я видел, что всегда мои мысли отличаются от слова Господа Бога. Мои мысли всегда были скверными, злыми. Однако, если Иисус говорит, что это вино, значит, я должен говорить, что это вино даже узнавать, вино это, не вино это, это уже неверие перед Иисусом. Я увидел, и это было вино. Нет, или это была вода. Это значит, что я верю в себя. Дочь Иера умерла. Но Иисус говорит, спит. Если Он говорит, спит, значит, спит. Даже если мне кажется, что она умерла. Но если Иисус говорит, спит, значит, спит. Аминь. Сейчас нет дождя. Но когда Иисус говорит, что будет дождь, люди проверяли, идет дождь или нет. Да не думают, что если Иисус говорит, это придет. Где дождь? Нет дождя. Да, когда Ной строил ковчег, люди смеялись над ним. Однако, да, когда построил Ной ковчег, неделю не было дождя. Да, люди говорят, Ной, зачем ты находишься в ковчеге? Не надо находиться в ковчеге, выходи. Однако спустя неделю пошел дождь. По слову Господа все произошло. Вы должны иметь ясную черту. Тогда вам будет легко вести духовную жизнь. Многие мысли, которые у меня есть, они кажутся праведными. Однако, меня сравнивать с Иисусом – это уже зло. Как мы можем сравнивать себя с Иисусом? Не надо сравнивать себя с Иисусом. Если Иисус говорит, что это вино, значит, это вино. Понимаете? Возьми посей твою и ходи. Да. А, Иисус говорит, встань, возьми посей твои и ходи. Мне кажется, что я не могу ходить. Но, скорее всего, мои мысли неправильные, они а не мысли Господа Бога. Если Он говорит, чтобы я ходил, значит, я должен ходить. И Он смог ходить. Это удивительно. В Африке одного нашего брата ужалил скорпион, умирал. Я сказал, Юан, послушай меня. Сегодня утром я читал Библию Исаию, 40 главу, и там написано, надеющийся на Господа обновятся в силе. Юан, Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Он честный. И Он обещал тогда. Ты сейчас не можешь победить Дядь Скорпиона, поэтому умираешь. И чтобы победить Дядь Скорпиона, тебе нужна новая сила. А если ты будешь надеяться на Господа Бога, Бог обещает, что даст тебе новую силу. Надейся на Господа Бога, а тогда Он даст тебе новую силу. И действительно, Он смог победить Дядь Скорпиона. Многим проповедникам я говорю, попробуй испытать Господа Бога. Если ты поверил в Иисуса Христа, а он не действовал, тогда не нужно верить в Господа Бога. Зачем ты будешь верить в Господа Бога, который не действует? Но каждый раз Бог действовал у меня тогда, когда я верил в Его Слово. И одно. Ваши мысли и мысли Господа Бога, они отличаются. Вашим, по вашим мыслям кажется, что у вас не получится. Нам кажется, что наши мысли праведные. Ердан, когда охвачивали, говорят, что вода станет стеной. Как такое может быть? Однако Бог говорит, что вода станет стеной. И что Ерихон упадет. Как такое может быть, да, что семь раз просто прошелся по кругу и упадет? Однако, когда захрещал израильский народ, тогда действительно стены упали. Такого Господа Бога мы верим. Не надо думать, что он такой, как наш друг, или как учительница, это всемогущий Господь Бог. И когда у нас будет вера в такого Господа Бога, Он будет действовать. Понимаете? Эти служители, что Он вам скажет, то сделайте. Не нужно проверять, подходит это слово мне или нет, потому что даже когда мы сравниваем Его слово, это грех. Это неверие, если Иисус говорит «стань» и будет ходить, тогда будет ходить. Если Он оправдывает меня, значит, я оправдан. Если Он говорит, что очистил мой грех, значит, Он очистил мой грех. Мне кажется, что я грешник. Да, естественно. Однако, если Бог оправдывает меня, значит, я оправдан. И веря в это слово, есть настоящей верою. Если я не верю в Господа Бога, тогда как я могу сказать, что верю в Бога. Даже если ты стал пастором и пресвиктором, но если ты не веришь в такое элементарное слово, как ты можешь сказать, что ты веришь в Господа Бога, понимаете? Поэтому эти служители, они почерпнули воду и принесли распорядителю пира. Распорядитель пира, он видит, что вино очень вкусное, очень вкусное вино. И говорит жениху, Обычно люди приносят лучшее, а худое позже, потому что когда люди пьяные, да, они не чувствуют да, разницы вкуса алкоголя. И в Корее, знаете, раньше говорят, что когда продавали алкоголь, да, просто даже рисовую воду приносят, да, и пьяные люди считают, что это хорошее вино. Мы имеем драгоценное Слово Господа Бога, в котором есть милость и благодать. Однако дьявол обязательно будет колебрить ваше сердце. Библия, она так выглядит, что у нас не получится. Сегодня многие теории, значит, что говорят? Что в то, что не доказано научно, зачем вы верите? Как? Много есть то, что научно не доказано. Даже до сих пор наука не может все доказать. Даже если наука доказала, это не значит, что 100% правильно. Господь Бог, Он тот, который над наукою. Мы верим в такого Господа Бога. И это огромное благословение. Я в детстве так много воровал, и мне казалось, что я точно попаду в ад. Особенно, если посмотреть в Откровении 21 главу 8 стих написано «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и лю, любодеев, и чародеев, и, и, и идолослужителей, и всех лжецов, ужас в озере горящим огнем и серой». И я думал, что точно я попаду в ад. Но! То наказание, которое должен был получить я, Иисус Христос получил, поэтому Он говорит, что Он оправдал меня. За это я был благодарен Ему не надо, да, все сложно. Положите это от себя подальше. Скажите, кто прав, я или Бог? Об этом нужно знать. Если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан, верно? Если Он говорит, что очистил наш грех, значит, Он очистил наш грех. Люди спрашивают, но мы же грешим. Да, верно. Поэтому я изучал Библию подробно все места, где говорится о прощении грехов. Он очистил наш грех. А что делать, если мы снова согрешим? И Бог знал об этом. В Ветхом Завете, священник, когда приносил жертву, да, постоянно должен был приносить жертву, если человек грешит. Однако Иисус Христос поступил не так. Он одним приношением совершил вечное искупление. А как? Этот мир находится в мире времени. Поэтому, если приносит жертву, да, он очищ... эта жертва очищает грех, однако тут идет время, и поэтому со временем оно становится в прошлом. Да? То, что было год назад. А жертва, которая находится в прошлом, не может очистить грех, который находится в настоящее время. Мире времени так устроен. Поэтому каждый раз, когда грешил человек, нужно было приносить жертву. Но к евреям написано «Посита воли, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Здесь написано потом 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истопить грехов». Да, эти жертвы находятся в мире времени, поэтому они не могут очистить грех навсегда. 12 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел у Бога». Иисус Христос, Он пролил Свою кровь не на жертвенник, которая была на земле, но он пошел в скиню которая Царство Небесное. И только тогда мы можем попасть в Царство Небесное вечное. Когда идем мы в Царство Небесное, да, наше тело мы ведь не возьмем с собой, потому что наше тело — это не вечное. Поэтому, когда Иисус Христос придет на землю, в Библии написано, но все мы изменимся. Другими словами, у нас будет такое тело, которое не умрет, такое тело, как у Иисуса Христа. В Царстве Небесном все вечное, а в этом мире все временное. Поэтому к евреям написано, Но Христос, при будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинею, нерукотворенной, то есть не такового устроения. Здесь написано, что Он пришел не из той жертвы, которая на Земле, не той скинею, которая находится в мире времени, потому что здесь нужно постоянно приносить жертву. На Земле Иисусу придется десятки тысяч раз приносить жертву, и Он не сможет очистить наш грех. И Писание говорит: нерукотворенное, то есть не такового устроения». Он говорит о скинии, которая из царства небесного. Потому что земная скиня, она сделана руками. Если приносить жертву в скине, которая на земле, да, можно очистить грех на тот момент. Однако вечный мир — это... И с этой жертвой мы не можем войти. Поэтому в Библии написано, да, рукотворенные И 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. А однажды вошел во святилище...» и приобрел. Да, здесь написано как? Одним приношением. Однажды, да, то есть один раз. И одним приношением написано приобрел вечное искупление. Совершенным образом об этом свидетельствует нам Библия. Те люди, которые не знают Библию, они говорят, что да, Иисус Христос очистил наш грех, но мы же грешим, поэтому мы грешники. Однако эти люди, не знают к Евреям 9 главу 11-12 стих. Иисус Христос, он взял свою кровь и вошел в Царство Небесное. И в эту скинию он пролил свою кровь. И эта кровь до сих пор находится в Царстве Небесном. И до сих пор очищает навсегда наш грех. Если бы его жертва не смогла очистить наш грех, тогда нам нельзя грешить. Правильно? но Он очистил навсегда наш грех, и мы навсегда стали праведными. И когда я сказал это слово, когда один пастор сказал, пастор, что тогда можно грешить, как попало? Мне стало так смешно. Почему? Я спросил, а вы не грешите? Разве вы не грешите, как попало? Мы грешим. Почему грешим? Потому что ваши стандарты и стандарт Господа Бога отличаются. Бог говорит, что у нас есть только зло, только грех. Да, если бы не нельзя было бы вообще грешить, тогда мы бы все бы покинули, потому что мы грешим. Но Бог сделал, что мы могли грешить. А люди спрашивают, что тогда можно грешить, как попало? В Гонконге я проводил семинар на прошлой неделе, три недели назад, извините, я одна. Пастор женщина спросила у меня: Скажите, для чего Бог знает, что мы будем грешить, Он сотворил нас? Я засмеялся. Я сказал: Пастор, у вас есть дети? Она говорит: да, двое. А зачем вы их родили, и не зная, что они будут грешить? Правильно! Совершенно верно. Именно поэтому Господь Бог, Он сделал нас совершенными. Не нужно придумывать что-то. Веруйте просто как говорит нам Писание. То слово, которое говорит Иисус Христос, всегда не соответствует с нашими мыслями. Человек, который болел 38 лет, да, и говорит, что будет ходить, или лазер, который уже смертит, Иисус говорит, что будет жить. Да, кажется, невозможно. Как такое возможно? Однако Иисус это возможно, и поэтому это Иисус. Вы. Просто веруйте, если Иисус говорит, что Он очистил наш грех. Зачем притворяться, что вы добрые? Зачем вам стараться снова, чтобы очистить ваш грех? Скажите, как мы можем очистить наш грех? Восьмесяц за грех смерть. Смерть должна быть. Если не будет смерти, тогда невозможно очистить наш грех. Покаяниями невозможно. Иисус Христос на кресте совершенным образом очистил наш грех, и мы веруем в нашем сердце в эту истину. В нашем сердце до сих пор да, будучи потомками Адама, мы принимали разные-разные мысли. Но теперь я хотел поменять эти мысли. И эти мысли, возможно, менять через слово. Слово Библии говорит истину. Даже если мне кажется, что мои мысли самые хорошие, это не настоящие. И в моем сердце я видел, как Господь Бог живет и действует. Дорогие, Господь, Господь Бог сотворил нас. Он создал в нас сердце. И в это сердце не, не нужно. Я желаю, чтобы вы выбрали все, что дьявол вложил в ваши сердца. И обнаружили то, что Иисус Христос говорит нам. И храните его в вашем сердце. Тогда вы будете такие же люди, как Иисус. Святость Иисуса Христа будет пребывать в вас. Его праведность будет в вас, а также сила Иисуса Христа будет проявляться в вас. И Иисус Христос будет жить и действовать. Вы сможете увидеть такое деяние. Участвуя с Иисусом Христом, и пока вы будете жить такой жизнью, я уверен, что ничего лучшего не будет в вашей жизни. Ученики, извините, служители отнесли воду, которую сказал Иисус, отнести. Распределители пира, да, о, зачем вы принесли воду, а не вино? Так да, сказал, нет. Он попробовал, говорит, самое лучшее вино. Да, каждый приносит сначала хорошее, а потом плохое. А ты оставил на потом хорошее. Я тоже, когда поступаю по слову Иисуса Христа, Каждый раз, когда пробую поступать по Его слову, Господь Бог, я видел, как Он действует. Я испытал очень многое. Когда у меня болел желудок, когда у меня было слабое сердце, когда у меня были проблемы с голос, голосовыми связками, Бог всегда помогал. В жизни есть разные разные проблемы и трудности, однако всегда бывает Господь Бог. Я был очень благодарен, что всегда мог вместе с Ним трудиться. За что я благодарен? Знаете, я уже в возрасте и уже много лет работал, но Господь Бог ни разу! Да, хотя каждый год я езжу на семинар, но ни разу не было, чтобы мне пришлось бы отменить семинар по болезни. Да, я, я лечился, знаете, были разные ситуации, но Господь Бог всегда защищал меня. И мне кажется, если я буду постоянно проводить семинар, тогда я смогу прожить до 100 лет. А может и. Да, дольше я смог прожить. Но до того дня, когда Господь Бог призовет меня, да, я прошу вас, чтобы вы верили в Иисуса Христа. Не нужно добавлять Его Слово в ваши мысли. Это зло. Если Иисус говорит, что Он оправдал нас, значит, Он оправдал. Если дочь Иира, Иисус говорит, что спит, значит, спит. Если Иисус говорит, что Лазарь жив, значит, жив. Хотя кажется, это вода, но если Иисус говорит, что это вино, значит, это вино. И когда мы веруем, то я уверен, что вы будете такие же, как люди Господа Бога. И через вас будет проявляться сила Иисуса Христа, и вы сможете увидеть, как Дух Святой будет действовать через вас. Особенно Корейская Библия, она очень хорошо переведена. И это слово Бог нам дал, и когда мы читаем это слово, мы знаем Его сердце. И когда принимаем Его Слово в наше сердце, тогда Иисус обязательно будет одинаково действовать, как в Писании. Я желаю, если вы верой получили спасение, тогда и вы попробуйте молиться. Тогда вы сможете увидеть, как Бог действует в вас. Когда вам трудно и тяжело, спрашивайте у Господа Бога. Я уверен, что Бог будет действовать в вас. И я желаю, чтобы вы через Иисуса Христа жили и получили огромную славу. Я верю в это.